Один бедный несчастный человек. Един беден и несчастен човек. Ночью. През нощта. Молится. Се моли. И говорит. И говори. О Господи. О Господи. У тебя ты всем помогаешь. Ты помогаешь на всички. Всем всем помогаешь. На всички всички помогаешь. Достойным, недостойным. Достойный на не. Мне не понять твои пути. Не могу да разбера твоите пътища. Да ладно, ты меня не, ты как оставил. Ты мне. Но у тебя же есть. Оставил. Один чудотворец. Ну, имаш чудотворец. Его на востоке называют Хизер. И на исток се нарича Хизер. Хизер алейхиссалам это алейхиссалам это преста, который. Който? От Всевышнего этот вечный чудотворец. От Всевышнего то есть вечен чудотворец. Которому дано жизнь. И на него ему даден живот. До судного дня. До дня на суд. И он одновременно может быть в 70 тысяч местах. Одновременно может быть на 70 тысяч местах. И дать каждому человеку в течение его жизни. И на всякий человек в течение. Три раза. Можно ему дать три пати. Коренным образом изменить свою жизнь в лучшую сторону. Начать изменить свой живот. Он получил такую обязанность. Той получил такого, такого задолжения. Он может приходить. Той может да идва. В облике куда угодно. В всякаков один облик. Вы можете приходить в облике вашей матери. Может под обликом вашего майка, отца, вашего бастави, соседа. На соседа. Или кого угодно. Или кой-то иде. Но дает. Но дава. Шанс распознать его шанс и дает испытание. Да го распознаешь, но после этого говорит. Испытание. Пожелай. И след това ви казва какво. Что ты хочешь. Желаешь. И все его желания и всички негови желания се исполняват. И Господь ему сказал. И Господ му е казал. Хорошо. Добре. И показывает. И показва. Появляется его вас, когда после молитвы уснул. След молитвата появляется заспива, вот этот вечный. И на сън му се появява чудотворец. Този вечен чудотворец. Как завтра и му казва, я к тебе приду. А с утра ще дойда при теб. Приготовь свои просьбы. И приготви своите молби. И он с утра встал. И той става. От... Женя говорит. Говори на жену. Я Хизра во сне видел. Он сегодня Хизра придет. Я Хизра соседу сказал, родственникам сказал. На всички все собрал одну последнюю казва, своего козлика. Собира всичките, зарезал. Заклал последнюю. Приготовил коза, угощение. За да приготви угощение. Около двери стоят, смотрят. Стоят така на входната врата, гледат. Входят, нет, чакат, да нет. Няма нет, го, да его няма. Гости сидят, ждут, его гостите нет. Сидят, чакат, няма го. И на улице появляется и пьяный. И на улицата пристига один пьян. Вся грязный. Абсолютно мръсен. Весь обросший. Целият такъв. Вся лохмотья. Мръсен. И от него еще потен, пахнет. И от него вони. Говорит, отойди, 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 отойди. Дръпнися, дръпнися тук. Быстро, быстро. Бързо, бързо. Дай поесть. Той му казва, дай ми да хапна. Мне не до тебя. Не ми е до тебе. Уходи. Ну, дай мне попить. Той казва, дай ми да попия нещо. Глоток, мне жажда. Лъчица вода, жаден съм. Похмелье. Имам махмело. Отойди, отойди, отойди. Не, не, махни се от тук. Нечист ты такой. Нечист такъв. А он шел. И той продължил. До вечера сидели, все сидели, родственники посмеялись, вечера, ушли. Всички родственники се посмяли, он тръгнали си. Потерял последнего своего козлика. Той и загубил последнего си козля. Все плачет. Плачет. Полное банкротство. Банкрот абсолютно има. Опять молится. Отново се моли. Лег спать и во сне видит чудотворца. И во сне си вижда чудотворца. Говорит, ах ты такой такой, ты тоже, оказывается, и казва, врун, обманщик. Оказывается, че и ты си измамник. Не пришел. Не дойде. Я потерял единственную свою козлик. Аз загубих единственную козлик. Не, на что буду жить? С какво ще живея, стар? Чудотворец говорит, я приходил. А чудотворец сказал, аз бях там. Ты же никак не приехал. Но я си же просил еду, ты меня выгонял. Но аз те помолих за храна и ты меня изгонил. Я же просил глоток воды, даже помолих. Это ты заглотка, пожалел. Водичка, даже и за и това что ты хочешь? Жал. Какво искаш? Ты мне пожалел. Ты пожалел глоток мне воды. Из своего вода, колодца. От своего кладенец ты беше жал да ми дадеш. Мы все, каждый ние, из нас сидящий, всеки един от нас является что? Се явява какво? Причиной в жизни друг друга. Причина в живота на някого другого.
Значит, така, че, когда вы себе даете неопределенность, когато си давате неопределеност, вы получите неопределенность. Вие ще получите неопределенност.